Всем привет, дорогие друзья. Это Сава, и мы продолжаем с вами играть в орков, которые должны умереть. И сегодня нас ждут карта под названием «Ворота, ворота, закрывайте ворота». Что-то среднее между мясной и немясной картой, судя по счету. Ну да пойдем посмотрим. А еще у нас есть 16 черепоньков, которые особо не на что потратить. Потому что из этого, ну, только вот разве что вот на эту хрень, и то я ее использую, когда не использую. Будем копить, вдруг нам дадут какую-нибудь вундервафлю, и нам она очень сильно пригодится. Поехали. Нам дали кольцо молний. Может, она не врет? Может, остальные маги и правда погибли? Один боевой маг не сможет сдерживать нашествие бесконечно, даже если этот один маг — я. Здесь летуны, что ли, будут? А, туда еще можно пострелять. Три двери. А летуны будут? Летуны будут. Откуда пойдут летуны? И летуны отсюда. Интересно. Так, ну... Ну, а туда лучников поставить можно? Пойти посмотреть. Перед тем, как начинать, надо пойти все это дело посмотреть. Так, ну лучников туда поставить можно. Значит, если мы ставим туда лучников, то нам имеет смысл как раз вот в этом месте тогда деф и держать, чтобы эти лучники могли туда спокойно простреливать. Значит, во-вторых, нам надо делать сразу вот так. Пора впустить сюда тьму, дружок. Да, мы впустили сюда тьму, дружок. Значит, и отсюда можно тоже постреливать. Тут, конечно, какая-то жопа должна быть, судя по всему. Окей. Значит, с лучниками понятно. Я надеюсь, что в данный момент они мне прямо сейчас не пригодятся. Ну, а вот что делать вот здесь? А кто еще будет? Ледяной огр. Несприимчив к холоду. Ну, ладно. Нам надо будет вот это, вот это, вот это. Но он не восприимчив к холоду, сталит восприимчиво. Вот это, вот это, вот это, вот это. А, вот это я уже взял. А, вот это и... Кольцо молнии не хочу, вот это. А, еще что-то можно взять. А что? Ну, получается, браслеты огня? Для того, чтобы этого ледяного черта убивать? Или вот эту хрень лучше? Ну ладно, давай возьмем браслеты огня. А докуда добивает вот эта штука? Вместо браслетов огня. Тут не показано, сколько она добивает. Нет, да сюда точно не добивает. А вот эта штука докуда добивает? По всей видимости, тоже не добивает. А, вот здесь, кстати, показано. Ну-ка, подожди. А, ну да. Да-да-да, эта хрень нам, короче говоря, никак не поможет. Я так и думал. Допустим.
Допустим, предположим, ну давай возьмем браслет Агни. Вдруг они нам реально для чего-то пригодятся. Теперь дальше. Значит, нам надо будет создать вот здесь вот проблему для них. Либо создавать ее дальше уже вот тут. Но тогда будут проблемы лучников туда постреливать. Поэтому лучше создавать проблему вот здесь. А сколько я здесь? Раз, два, три, четыре. Нам надо из четырех сделать два, по-хорошему. Из четырех сделать два. То есть то забить. Может ли быть слишком много ловушек? Не, не может. Думаю, нет. Я тоже думаю, что не может. Как-то вот так и что-то с этим потом предпринимать. Ну давай попробуем. Давай попробуем. Сейчас вроде как чисто центральная часть на нас будет идти. А сколько там огня? О, нихера себе. Ну ладно. Нам надо, чтобы ловушки убивали. Мне не нравится, как вы бежите. Ладно, этих сожгли. Ну, без... Ладно, нам по-любому надо поставить здесь препятствие. Потому что без препятствий прям плохо получается. Вот сюда, наверное. Вот так это и бывает. Да, наверное, если поставим вот сюда и вот сюда. Тогда мы сможем здесь еще огненные ловушки поставить. Потом. Может быть, даже не потом. Только не летуны, пожалуйста. Только не летуны и только не сейчас, потому что я еще не готов. Надеюсь, летуны только следующие этой вылезут. Блин, да сжигайте вы их уже, задолбали. Ой-ой-ой, еще и эти. Так, быстро это плохо. Да, быстро это плохо, быстрых надо. Надо всех перебить. Не, вроде перебили, нормально. 8, 7, 6. Хорошо. Значит, ставим еще. Еще вот такую ставим. И с другой стороны ставим вот так. О, а вот как раз этот ледяной чертило. Блин, этот воскрешающий черт раздражает вообще. Лучшая в мире работа. Ну, теперь, скорее всего, пойдут летуны. Обычно всегда так бывает. Обычно всегда так бывает. И мы думаем, что, скорее всего, сейчас пойдут летуны. Потому что обычно всегда так бывает. Кого подстрелить готов? Пойдем сейчас и на все денежки затарим себе вот таких вот ребят, которые должны нам, по идее, помочь с этими самыми летунами бороться. На, теперь еще слева-справа, короче, похреначили. Ну ладно. О, я как сдал. Смотрите просто. Просто смотрю в корень. Блин, они что-то разлетелись просто. Не. Как бы они не долетели. Может, и не долетят, но, по-моему, они сейчас раздолбают нашу солину. Нет? Летели куда-то прям. Могут и долететь, кстати говоря. Не, вполне себе могут долететь. А где портал мой? Который мне деф-то надо. Ай, блин. Дерьмо. Готов служить.
Так, надо еще сюда хотя бы одного поставить. Отстреливать всю вот эту шелупонь. Где он? Да, с лучниками, конечно, надо побольше. Надо прям сильно побольше лучников. Для того, чтобы с этим что-то сделать. Готов. Давай, иди сюда. А ты иди сюда. Теперь еще и наземные. И наземные, и воздушные по-любому сейчас пойдут одновременно. Ну да, так и есть. Блин, очень много воздушных. Надо было, кстати, взять все-таки эту штуку. Они как раз под потолком пролетают. Наверняка я бы в них ей попадал. В принципе, с другой стороны... можем сделать еще вот так. Хотя бы по одному направлению. Ладно, давайте пока сделаем вот таким вот образом. Эх, этого надо забить. Эй-эй-эй-эй-эй, куда? Куда? Стоять. Стоять, стоять, стоять. Вали их! Дави их гусеницами, Кравчук! Так, отлично. Выпустите орду. Что-то мало денег как-то очень дают мне. Очень мало. Очень мало денег. Это мне очень сильно не нравится, что у меня очень мало денег. Я думаю, что, наверное, надо сделать как минимум вот так. А потом, наверное, начинать понемножечку... наверное, начинать понемножечку делать как-то вот так вот, что ли. Или вот так вот. Потому что по-любому вот это надо закрывать. Вот эту хрень. Нам нужно наносить массовый урон. А потом тогда мы уйдем еще в масс лучников. И поставим их еще внизу. Но это будет уже ближе к концу. Так, что там с ледяным огром? Ледяному огру, по-моему, не очень здорово. Да нет, он прошел вполне себе. Чуть-чуть урона не хватило для того, чтобы ледяную тварь добить. Ой, мотать вас тут. А жил так много. Секундочку. Секундочку. Секундочку, секундочку. Значит, мы поставим еще вот сюда. И поставим еще вот сюда. А давай, кстати, вниз поставим. У нас там внизу еще ничего нет. О, так, отойдем. Нет, вроде как эти, кстати говоря, ловушки даже что-то наносят. Не сказать, что прям охренеть как много, но наносят. Только сраные колдуны теперь, которые друг друга воскрешают. Надо с этим что-то делать. Нормально. Мы с этим что-то сделали. Теперь... ну, что там будет дальше? Куча летунов? Будет куча летунов? Ну, пока не летунов. Пока даже совсем не летунов. Ну, в принципе, наземных мне, наверное, хватает. Поэтому... давайте, наверное, сделаем вот так. Прикроем от воздуха по максимуму, чтобы потом не париться на этот счет. Что, сгорел, что ли? Отлично. И тогда уйдем в масс лучников. Наверное, как-то так. Чуть там бегают. Где вы, твари, задолбали просто не сноситься? О, три косаря дали. Вот это да. Я предвижу, что мне их дали не просто так. Служу. Готов.
приказ выполнить приказ. Укажите мне цель. Укажите мне цель. Кого подстрелить? Делать их огненными мы не можем. Потому что, с одной стороны, это здорово, но тогда они и по жирным летающим не смогут попадать, потому что те тоже огненные. Поэтому им придется стрелять как уж придется. Ой, блин, я их, по-моему, подставил только что. Хотя... Ладно, нормально. Не, нормально, нормально. Да, вот по этим мы не сможем стрелять, поэтому я грейдить не буду, наверное. Хорошо, с летунами мы теперь разбираемся. Значит, теперь надо сделать, чтобы наземные ни под каким соусом больше не прошли. И, в принципе, все. Можно сказать, что карта у нас тогда будет пройдена. А чтобы они ни под каким соусом не прошли, нам, в принципе, надо не так уж и много. Нам надо просто поставить так вот. Вот так вот. И пока отойти в сторону. И вот так вот поставить еще. Оп. Не, неплохо они там получают. Очень неплохо. Даже вылететь не смогли, это прекрасно. Давайте мы тогда еще закрепим успех. С этой стороны и вот с этой тоже. Отлично. Отлично. Это у нас 11 из 12. 12 из 12. Что ж, последняя волна. Давайте поставим сюда вот такого товарища. Я чищу свою обувь от морочей крови. Пусть товарищ в конце примет участие и скажет, как будто он был весь бой. Не, ну вроде неплохо. Правда, один куда-то убежал. Может, вы его убьете, нет? Не хотят его убивать, нет, все, переключились наконец. С приоритизацией у них иногда бывают лютые проблемы. Так, ну это что-то как-то простовато прям получилось. Надеюсь, слишком очевидно, что надо делать. Сейчас три черепа, да, будет. Три черепа и нет очков. А нет, смотри, пять черепочков дали. Хорош. Ну-ка, меню компании. И посмотрим. Ворот. О, это я вообще-то просто, я тут просто и сделал лайк и босс. Мой тактикос оказался тактикоснее, чем тактикос Антора. Ну что ж, посмотрим, что будет дальше в следующей карте под названием «Тяжелый подъем». Но в следующей серии. Спасибо за просмотр. Если ты досмотрел до этого момента и видео тебе зашло, не поленись что-нибудь написать и что-нибудь поставить. Это бесплатно и поможет каналу расти дальше. Уведомления о новых видео ты сможешь получить только подписавшись и включив несчастный колокольчик в настройках.